Ноябрьские ленивого отца отправили на исправительные работы. Жители города на основании судебного решения обязан был выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Судебные приставы неоднократно предупреждали его о возможной уголовной ответственности, однако должник особо не торопился найти работу или хотя бы встать на учет в центр занятости. В связи с этим в отношении него возбуждено уголовное дело. В общей сложности задолженность по алиментам у неплательщика превысила 270 тысяч рублей. Суд приговорил нерадивого папашу к 6 месяцам исправительных работ. 10% из заработка он будет отчислять в доход государства.